Ужин? Близок ваш звездный час, мистер Жар. Обещаю, вы не будете разочарованы. О! Тихо, тихо, дружок. Тревога! Кто не закрыл? Тихонько. Идем с осторожностью. Только без резких движений. Что это с ним? Кто боссу доложит? И тут же исчез. А куда он исчез? Не знаю, исчез и все. Как сквозь землю. Слушайте, а что это вообще? Не беспокойтесь, ремонт за наш счет. Место торговать лапшой на улице. А, есть, так точно. Слушайте приказ. Все бросите искать зверь. Ну-ка погромче. Это наш Йети. Звони мистеру Жару. О! Что? Где они? Вас понял. Они исчезли. А я пропал. Заткнись. Че стоишь? На поиске! До конференции предъявить! Молча! Сейчас! Доктор Зара, что мне делать? Что? Приедут светила науки, соберется пресса. Весь мир будет следить, не сводя зорких глаз. Мистер Жар, у вас и так собрано достаточно редких и неизвестных видов. Взять вот хотя бы змеек. Кто еще на свете может похвастать, что у него есть... Заглохли, заглохли, заглохли! Ну-ка, не галдеть! Бестолковые червяки! Что вы? Перестаньте! Это же настоящее чудо природы! Наделать бы из вас ремней. Мистер Жар, это уникальный вид. Кой, надо подумать. Уберите их. Слушай, не хомячок это. Маркиза Тушканчик-альбинос. И она у меня тоже уникальна. Как зоолог, я вижу свой первейший долг в том, чтобы заботиться о защите всех животных без исключения, а таких редких существ особенно. Я лишь по этой причине согласилась помочь вам в поисках. Да, и вы нашли. Прежде чем... Нет, 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 нет! Есть новости, мистер Жар. Какие? Зара, вы лучший специалист в своей области. При одном условии. Он будет возвращен вам живым. И клянитесь, что ему здесь не причинят вреда. Хорошо, 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 хорошо. Капитан, куда идет баржа? Вчера утром мы ее разгрузили, но там никого не было. Позволите нам ее осмотреть? Это его следы? Да, и похоже, ему нравится кола. Стоп! Сюда! Все обыскали, их давно уже тут нет. Сэр, след Йети потерян. С ума сойти, сколько же я на природе не был. Сэр, нужно... Что за дерево, доктор? Какое красивое. Я в восторге. Ну-ка, сруби его и упакуй меня с собой. Есть, слушаюсь. Возьму к себе в пентхаус. Будет со мной. Мистер Жар. Да, что? В чем дело? Нужно разделиться и прочесать местность. Капитан! Начинайте поиск. Вас понял. Вот кто украл моего Йети. Едем туда. Не выпускать. Гигантский одуванчик? Гигантский одуванчик? Хватит нести чушь. Верните мне Йети. Надеюсь, ты не сильно ушибся. Позволь нам представиться. Я доктор Зара. Я знаю, кто вы такие. Вот как? Да. Вы враги. Я! Дурацкий хомяк. Напугал. Враги? Ты все неправильно понял. Тот зверь представляет угрозу для людей. Это не игрушки. Он похитил твою подругу, а мы лишь пытались ей помочь. А ведь так и есть, похитил. Значит... Мистер Жар, пожалуйста. Ау. Ну, в общем, слушайте. Я должен найти двоюродного брата и мою подругу. И вернуть их домой. Все, что мне надо. Я их на вертолете могу отправить. Ну, конечно же, только в том случае, если я буду знать, где они. Ты не в курсе? Этот Йети так важен для науки. Как ужасно, что он сбежал. Я не знаю, где они. Но я знаю, где скоро окажутся. Настоящего, огромного Йети.
Я так привык смотреть на мир сверху. Жар, утром надо пораньше выехать. Джим любезно указал, где искать нашего беглеца. Да, да. Маркиза, так зовут тебя. Какие крохотные глазенки и ушки. Маленькая симпатичная мерзость. Мерзость. Был жестким, а стал размазнёй. Нужно действовать быстро. Если мальчишка сказал правду, и мы догоним Йети утром, то надо любыми средствами его захватить. Я думал, главное взять его живым. За мертвого нам заказчик не заплатит. Важно, чтобы он хотя бы дышал. Они все равно его потом на кусочки покромсают в ходе своих опытов. Но а что нам с детьми делать? Если хочешь свои 10%, уберешь их. Всех троих. И избавь меня от этой твари, видеть ее не могу. Я безумно устала изображать добренькую защитницу животных. Хватит! Как же так? Маркиза же уникальный тушканчик-альбинос. Она будет. Парень сказал, они должны быть здесь. Разбил мой байк, паршивец. Вижу его. Все сюда. Тан, вы не должны их упустить. Спокойно. Сейчас покажу вам один трюк. Вот это чудо! Они направляются в горы, и способности Йети будут усиливаться по мере приближения к Гималаям. Но у нас все еще есть шанс его поймать. Дорога в горы идет через мост. Стоит Йети его перейти, и все пропало. Он дома, и нам его уже не найти. Его способности поразительные. Это невероятно. Поймаем его, и больше никто над вами не посмеется. Все верно. Капитан, нужно подкрепление. Вызывайте всех! Точно! У Йети сверхспособности, что делать? Удвоить цену, когда он будет пойман. Капитан, быстрее! Там у Йети! Это невероятно! Мистер Жар, мы упустим свой шанс! Огонь по команде! Стойте! Не стреляй! Отдайте приказ! Защищает детей! Мистер Жар! Жар! Доктор, я ошибался. Вы были правы. Что? Йети нуждается в защите. А лучший способ его защитить – это дать свободу. Отпустим его! Капитан, скажите людям полный отбой. Командуйте! Сюда! Босс потерял сознание! Капитан, он у меня не скоро очнется. Ты больше никуда не убежишь! Это ее! Не смейте! Одной меньше. Это Эверест! Как? Он сумел вырваться! Бежим, мамочки! Уходим! Мне и мертвый сойдет!